Сейчас иду, это участок дороги между Ташмуйноком и Койташом, и что вижу? Что вся дорога буквально усеяна мусором, пакетами. Вон там с той стороны вообще какой-то мешок лежит огромный, как от дров или от муки, я не знаю. Видимо, тоже с мусором. Все вот здесь вот усеяно мусором. Некому его собрать, убрать. То есть видно, что едут автомобилисты и все подряд выбрасывают прямо в окно. Вот. Наверное, это не какие-то инопланетяне, да, делают. Никакие иностранцы. Все наши с вами граждане. Почему-то вот такое вот отношение к своей стране, как к одной огромной мусорке. Меня это, честно говоря, удивляет и немного пугает. Нельзя же так